Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Значит, как научиться любить себя? Такой вопрос у нас. Смотрите, в первую очередь, я думаю, что почему-то вы себя не любите. То есть вы себя в данном случае обесцениваете, не принимаете, сдерживаете, вот, и вследствие этого образуется неопределенный дисбаланс. То есть сначала нужно увидеть, где вы себя обесцениваете и что вы в себе не принимаете. Собственно, работа психолога, пожалуй, в том и заключается, чтобы помочь вам принять в себе то, что вы не принимаете, увидеть, что вы считаете ненормальным, является нормальным для вас. Вот. И, соответственно, получить вот определенную такую, быть может, обратную связь, которая могла бы позволить вам почувствовать, что то, что вы, к примеру, всегда отрицали, или то, что вы, к примеру, всегда не принимали, вот, себе, является абсолютно нормальным. Это первое. И второй момент, о котором обязательно нужно сказать, это больше внимания к себе. В смысле того, что замечать, чего вам хочется, например, и как. Замечать, что вы чувствуете, и как, и когда, и что это за ощущения, ну, конкретно у вас, вот, и выражать это как-то, то есть выражать, отреагировать, если нету возможности делать это прямо, да, вот, так бывает, к сожалению, что нет возможности прямо это выразить, то тогда, само собой, имеет смысл, пожалуй, отреагировать это косвенно, но так или иначе, все равно это как-то отреагировать, так или иначе. Так или иначе, все равно как-то сделать это реальным. Вот. А сейчас для вас то, что вы чувствуете, то, чего вы хотите, вот, для вас это является, ну, скорее, надуманным, да, больше, нежели чем реальным, вот. И от этого вам, естественно, тяжело, это нормально, испытывать
об этого тянут. Вот. Поэтому вот примерно в таких двух направлениях я думаю и имеет смысл вам работать и двигаться. Вот. Чтобы в итоге получить вот то, что мы могли бы назвать, ну, цельной личностью. Вот. Потому что сейчас вы замечаете только такие нападающие, как бы, тенденции на себя, я имею в виду. И бичуете себя. Это вот невыраженных чувств, которые вы себя сдерживаете. Да, придется, возможно, признать, что вы не такой человек, как вы о себе думаете. Вот, возможно, придется признать, что вы другой человек. Вот. Придется столкнуться с тем, что образ ваш несколько не соответствует тому, как вы его сейчас, какой или какая вы на самом деле, вот. Но, тем не менее, это, опять же, если не быть в этом, в одиночку, вот, это совсем не так страшно, как может показаться на первый взгляд. Вот. Как-то так. На этом, пожалуй, все, что я хотел сказать вам. Надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью.